Всем привет, друзья! С вами я, Андрей Глазунов, а это моя девушка Рита. Всем привет! И сегодня вместе с Гламур мы будем делать ей макияж. Дело в том, что буквально 2 недели назад я был в Швейцарии, где оказался в компании бьюти-блогеров. И они мне рассказали, как, где, что устроено. И знаете, мне кажется, я прирожденный визажист. Но для начала образ. Поехали! Макияж мы сегодня будем делать, как у Ким Кардашьян. С профессиональной точки зрения, я думаю, что это очень легкий вечерний макияж. Сделаны 2 ряда ресниц. Здесь очень хорошо сочетается верхнее и боковое нижнее свечение от хайлайтера. Собственно, сегодня мы тебе это все сделаем, и ты сможешь, я думаю, выйти вечером вместе со мной в ресторан, который находится здесь за углом, если ты понимаешь, о чем я. С чего начнем? Я знаю, с чего начнем. С губ? Нет. Помада? Мы начнем вот с этого. Это тон. Тон, который тебе ляжет. Почему он красный? И главное, очень многие, когда видят такие вот картинки и силуэты, они сразу же пугаются по той причине, что думают, что «Как это? Почему так темно?» Но ничего страшного с этим абсолютно нет, потому что все ретушируется. Раз, два, корректируется. Это тушь. Она стимулирует рост ресниц в ночное время суток за счет своего цвета и формы. Вот можно видеть такую елочно-образную структуру, и эти все волокна и реснички, они благоприятно воздействуют на реснички человеческие. Но я думаю, что нужно немножечко все-таки подкорректировать их. Нет. Почему же нет? Ладно, да, они у тебя и правда хорошие. Я оттеняю для того, чтобы подбородок выглядел тоньше, женственнее. Мне кажется, мне стягивает немножко глаз от твоего макияжа. Так все правильно, глаза омолаживаются. Что ты смеешься, как будто не знала. Ты каждый день красишься. Так. А, приоткрой рот. Чудо. Нет. Что нет? По-моему, это просто... волшебные реснички. А куда вы двигаетесь, например? На руку. А, нет. На руку. Отлично. Похлопай. Прекрасно. Интересные и свежие. Да. Кажется, глаз не открывается. Да все хоть открывается. Так. А вот здесь нужна помощь, мне кажется. Там склеилось, и я не могу, потому что реально очень много прыгает. Мне хочется плакать. Сейчас я буду делать брови. Здесь ничего сложного нету, просто их надо нарисовать. Вот, все, прекрасно. Брови, ресницы готовы. Осталось точечки под глазами. Это выглядит достаточно интересно, мне кажется. Заставляет обратить внимание на человека и сделать акцент на личности. Собственно, готово. Смотри уже туда. О боже! Да, это восторг, это восторг. Я очень рад, что ей понравилось. Кошмар. Кошмар, как понравилось. С вами были я, Андрей Глазунов. И я, Рита.